Приветствую вас, жители Земли. Давненько мы с вами не виделись. Знаю, виноват. Но такая вот жизнь. C'est la vie, как говорится. Знаете, я вообще подумал на эту тему. Это не страшно. То есть, в принципе, мне даже не стыдно. Просто вот я такой человек. Я не знаю, что еще сказать. Вот у меня, не могу я ничего заставить, не могу я себя делать что-то такое творческое, скажем так, тогда, когда у меня нет на это настроения. Вот сейчас появилось настроение, спустя, я не знаю, сколько я не выкладывал, полгода, нет, ну, месяца 4, а то и 5. И вот сейчас появилось новое настроение, и сейчас, если уже вы смотрите этот ролик, значит, я уже как минимум пару новых серий смонтировал, и... Вы их скоро увидите, возможно, если вы смотрите не в тот самый момент, как только я залил вот этот ролик, то наверняка уже есть на канале что-то, поэтому вперед смотреть. В любом случае, прошу прощения за то, что так долго не выкладывал, ну вы уж не злитесь на меня, вот так вот как-то у меня получается. Ничего обещать не буду, скажу только, что как минимум 2-3 ролика точно будет, а там, если настроение не пропадет, тогда и дальше продолжим. В общем, что еще сказать новенького? Да, наверное, нечего. По большому счету, там ВКонтакте, если вы в группе состоите, то там, наверное, вы видели кое-какие фотографии. Там, например, выставка недавно автомобильная была у нас... в американских автомобилях, ну не только американских, там разные. Соответственно, если там есть фотографии, значит я и видео снимал, что в общем-то означает, что будет и ролик. Но опять-таки, когда он будет, неизвестно. Также будет точно ролик, как я еще точно не придумал, как его назвать, но примерно будет называться типа, как я искал, как я гонялся за Себастьяном Лёбом. Кто знает, кто такой Себастьян Лёб, тот, наверное, понял уже. Ролик должен быть интересный. Себастьян Лёб, ну скажу для тех, кто не в курсе, Себастьян Лёб — это 9-кратный чемпион мира по ралли, он француз. Сейчас он там уже кучу других призов завоевал, в WTCC он сейчас участвует. В общем, клевый драйвер, скажем так, в общем, назовем его. И, в принципе, чувак такой интересный. Я был в Ногаро на гонках, где он принимал участие. И, в общем-то, там вот 2-3 дня, можно даже сказать, я за ним гонялся. Собственно, нашел и поймал я его или нет, вы уже увидите в ролике, не буду спойлерить. Ну и все, собственно, это такое просто коротенькое введение. Хотел вас всех поприветствовать, поскольку давно мы уже с вами не виделись, не слышались. Я жив, я никуда не делся, все нормально. Будем с вами встречаться периодически. На прощание, наверное, скажу только одно. Делайте, пожалуйста, репосты. В Фейсбуке, там, ВКонтакте, во всякое такое, потому что, ну, это полезно для канала, это очень хороший приход людей, новых подписчиков, помогает в этом смысле, наверное, даже больше всего помогает. Допустим, у нас был, не помню какой точно ролик, когда кто-то один выложил этот ролик на какую-то группу, там, где 20-30 тысяч человек, и сразу резкий такой по графику приход на канал. В общем, это классно для канала. Если вам не сложно, делайте это, пожалуйста. Какой-нибудь ролик, который там вам больше понравился. Не этот, наверное, потому что этот, ну, неинтересно. А тот, который будет интересно людям увидеть впервые, да, в первый раз. Ну и все. Если будет много подписчиков, то, как я уже говорил многократно, если будет много подписчиков, значит, у меня, наверное, будет больше стимула не пропадать, снимать больше, выкладывать и все такое. Блин, я очки забыл снять, я прошу прощения. Вот, поэтому, собственно, все, что я хотел сказать, я сказал. Еще раз приветствую вас всех и да пребудет с вами сила. Всем пока, идите смотреть видосы, они уже там наверняка есть. Пока.